Друзья, всем привет! Продолжаем наш цикл. Привет, привет! Помаси, привет! Привет, улыбашка моя! Цикл передач «Жизнь в эвакуации». Сейчас мы пойдем. Аня хочет сока. Пойдем. Ага, перебегаем. Мы сегодня приехали в возле нашего села. Есть тоже такой манюсенький городочек. Вот, мы сегодня приехали сюда прогуляться немножко, ну, осмотреться, сменить вообще немножко картинку. Здесь как бы так особо, знаете, заниматься нечем. Ну, кроме того, что с ребенком. Итак, знаете, начитаемся новостей, сердце болит, и надо как-то переключаться. То решили сегодня уже приехать сюда погулять. В этот населенный пункт. Тоже я как бы, ну, название не буду говорить, ну, это никому не нужно. Вот, мы сюда идем, хотим, где-то здесь есть парк. И центр. Вот, наверное, судя по всему, центр города где-то здесь. Смотрите, здесь городишко вообще манюсенький. И мы вот здесь вот смотрели карту, то тут чуть ли не за селом уже и Румыния. Смотрите, какой есть домик красивый построенный. Смотри, да? Угу. Такой, как квартирку можно. Квартирку можно здесь. Очень есть такие торговые центры красивые. О, вот Укрпошта, все, это центр. Такие крамнички, багато-багато крамничок. Підписано все на раз, два, на двох, на трьох мовах. А ось м'ясні продукти. Аня просто просить сок, нам треба куди-то зайти його ще й купити. А, це отель, вот это отель. Вот это здание, которое я вам показывала. Это не дом. Еще мы пытаемся куда-то тут протиснуться. Вот. Буду вам немножко показывать. Вот так, улочка. Здесь какие-то. Здесь тоже не. Вот дети, пойдешь, Аня? Вот, смотри. Пойдем. Сейчас качкач. Анечка хочет поиграть на площадке. Такой вообще манюсенький, хорошенький городишко маленький. Вот. Ну, сейчас будем еще ходить, вам что-то поснимаем. Там церковь такая красивая была. Мы просто смотрели карту, пытались понять, где тут центр. Ну, и решили просто ходить ногами. Тут, я думаю, что его можно за 20 минут обойти вообще весь город. Поэтому, смотрите, какие скульптурки такие смешные. Покрытие мягкое, качельки есть. А вот это, наверное, для малышей. Ну, в общем, мы тут сейчас пока погуляем, а потом продолжим. Вот, мы продолжаем нашу прогулочку. Аня покаталась на площадке с детками, побегала. Вот, и вот мы продолжаем. Это центр города. Ну, городочка такого маленького. Аня хочет сока, ищем магазин, где можно купить. Ну, вот такие здесь есть и магазинчики, очень даже милые, цивилизованные. Такие. Вот. Здесь, не знаю, что это, костел, не костел, но не вижу этих крестов. Смотрите, как красиво. Традиционная карпатська хата. И он костел. И его все другой костел. И это все в окружении гор. Очень классно. Очень вообще просто бомбиссимо. Смотрите, какой дом. Я сейчас поднимусь, посмотрю. Это, мне кажется, дом-музей кого-то. Ну, потому что очень ухоженное здание. Изберегли постройку. Смотрите, на этом. Там, где дымоход, гнездо. Лелеки.
аистов. Вот, площадь такая небольшая. Сейчас схожу, посмотрю, чей это дом-музей. Такой вот здесь на площади есть памятник героям революции и гидности. Ось так. Вот так мы выбрали свою свободу. Революцію. Ми знайшли на мапі таку кав'ярню Оксі Кофе. Це як рекомендації до відвідування. Ось зайшли, завітали. Дивіться, яка гарненька місцина. Дуже уютно, гарно, дуже гарно. Ще новорічні іграшки висять, але дуже гарно. Замовили каву, тістечко. Зараз будемо смакувати. Дуже приємне містечко. Воно Гануся наша. Там ще є іграшки. То вона вже так дивиться. Так все виглядає. Все, будемо смакувати. Це тако видно гори. Нам принесли уже, Аня, какао с маршмеллоу. Да, доця? Доцятка, не? Что ты? Чизкейк, золотешечка. Кака. Аня. Нет? Нет, кака. Я люблю тебя. Це якийсь кошмар, в неї все кака, вона нічого не їсть в нас, це дитина. Дудь, диви. Коротше, будемо тут розбиратися. То це хоче, то не хоче. Ну, в общем, порадуємо себе сладостями. Друзья, закончилась наша прогулка походом в местный супермаркет, называется Альма. Очень хороший супермаркет и по наполнению, по ассортименту. Конечно, цены выросли, вот бананы там что-то около 60 гривен. Ну, яблоки, ну такое, хоть какие-то витамины детям нужны, все равно хоть что-то. Поэтому покупаем, и у нас Аня соки любит, то мы хотя бы там соков каких-то купим. Купили ребенку, ну, в общем, вот так. А так очень хорошие супермаркеты, колбасы, сыры, как бы все есть в нормальном количестве. Очередей нет, ну, люди покупают, как бы покупают. Вот, хлеб все есть, лежит на полочках, пожалуйста, можно купить и кушать. В общем, едем домой. В наш временный прихисток. Вот Аня уже и спать хочет у нас. И, в общем, будем отдыхать. Вот так вот у нас сегодня прошло полдня. Вторая половина дня это такое. Сейчас Аня поспит, прогулка. И вечерние какие-то игры с ребенком, чтение книжек. В общем, как-то так. И чтение новостей. Это одна из основных деятельностей, что мы здесь делаем. В общем, всем пока, все буду Украина.